Привет, это Анастасия Брюханова, и сегодня в нашем объективе. Почему ссорятся США и Евросоюз? Они решают свои проблемы и не всегда учитывают интересы друг друга. Это нормально, и они продолжают вести диалог. Женщины на войне. Кем они служат в украинской и российской армиях? Журналистика в эмиграции. Какие у Европы есть варианты поддержать свободную российскую прессу? Еще сегодня я расскажу о последних новостях с войны и о незавидной судьбе домашних животных в подвергающихся обстрелами городах и селах. Мы в «Объективе» делаем обзоры иностранной прессы. Мы изучаем, что пишут зарубежные издания по актуальным для России и мира событиям. И пересказываем вам главное. Мы следим за ходом войны и сообщаем о самом важном, что с ней связано. И мы работаем только на ваши пожертвования. Так что, если вы хотите поддержать наш канал, переходите по ссылке в описании. Спасибо большое за поддержку, а мы начинаем. С начала войны президент Зеленский и другие украинские должностные лица в своих речах благодарят не только защитников Родины, но и защитниц. И неудивительно, ведь сейчас в Украине как никогда много женщин принимают участие в обороне своей страны. И издание Foreign Affairs посвятило этому целый материал. Кажется, что Украина не только не скрывает, а даже гордится тем, как много женщин состоят на службе в ВСУ и участвуют в гуманитарных миссиях. Если до начала войны женщины в армии, как часто это бывает в постсоветских странах, выполняли, ну, скорее декоративную функцию, маршировали на каблуках и участвовали в военных конкурсах красоты, то с началом войны ситуация изменилась. Правда, во время самой войны властям сложно оценить, сколько женщин служат в армии. Год назад звучала цифра в 15% от общего числа военнослужащих, а это около 30 тысяч человек. Вообще, количество женщин на службе в армии Украины с 2008 года увеличилось аж в 15 раз. Особенно много украинок решили пройти службу после 2014 года. Свою роль здесь и сыграл еще и закон о гендерном равенстве в армии, который вступил в силу в 2018-м. Но сейчас, правда, доля женщин-солдат резко упала. Причем вовсе не потому, что женщины испугались войны и ушли со службы. Просто с мобилизацией в Украине, которая коснулась в основном мужчин, выросло общее количество числов всех военнослужащих. Поэтому именно доля женщин сократилась. Всего сейчас в украинской армии служит примерно 700 тысяч человек. И хоть журналисты и подозревают, что слова Киева про гендерное равенство направлены в основном на внешнюю аудиторию, на их взгляд видно, что женщин сейчас вполне ждут в рядах ВСУ. И общество приветствует такую тенденцию. Но, по мнению самих женщин, некоторые препятствия все равно остаются. Например, у них нет доступа к программам военного образования по ряду специальностей. Также остается актуальной проблемой сексуального насилия в самой армии. Вернее, отсутствие конкретного правового алгоритма на этот случай. По словам правозащитников из проекта «Невидимый батальон», сейчас в Украине известны всего два случая, когда пострадавшие от сексуального насилия военнослужащие смогли добиться справедливости через суд. Посмотрели на происходящее с женщинами и в российской армии. Так вот, по оценке издания, в России ситуация прямо противоположная. Если еще в 2008 году в нашей армии служило 9% женщин, то сейчас их стало в два раза меньше. С 2014 года пропаганда пыталась какое-то время делать ставку на рассказах о женщинах-добровольцах, которые отправились воевать на Донбасс, но особой популярности эти истории не снискали. А сегодня женщины, если и работают в российской армии, то скорее в качестве программисток-наводчиц ракет. О них, кстати, недавно делало целое расследование «Беллинкэт» на тему того, кто именно наводит российские ракеты. Ну и, конечно, тут и кремлевские политтехнологи делают свою работу, делая ставку в информационном пространстве на демонстрацию образа России, такого мужицкого мачизма, которому чуждо все женское. Российский танк, скорее танк-призрак, Т-14 «Армата», который был типа достижением российской армии и постоянным участником парадов Победы на Красной площади, которым днем с огнем, правда, не сыщешь на фронте, нашелся. В сети распространилось видео, где танк продвигается по полигону под Казанью. Журналисты Ле Фигаро пишут, что это видео вызвало настороженность у иностранных военных наблюдателей. Но, скорее всего, танк выпустили чисто из патриотических соображений, так сказать, поддержать боевой дух солдат и поразмахивать козырями. А вот сможет ли использовать этот танк российская армия на настоящем поле боя, вообще-то большой вопрос.
Ну, во-первых, боевая эффективность «Армата» остается неизвестной. По словам главы Минпромторга России Дениса Мантурова, он принимал участие только на поле боя в Сирии в рамках, скорее, испытаний. Во-вторых, все-таки эти танки — это штучные экземпляры, и никакого массового выпуска их не было. В арсенале России их чуть более 30 штук. И по сути, этот танк так и остался парадным и выставочным образцом, а не реальным вооружением. Собрать такой танк заново очень дорого, долго и трудно. А сейчас еще и с проблемами импорта сырья типа микрочипов вообще не представляется это возможным. Да и производители этого танка сейчас занимаются другими заказами. Так что вряд ли его выпустят в настоящее сражение. С момента аннексии 4 украинских территорий более 80 тысяч украинских граждан получили российские паспорта, заявили в МВД России 24 ноября. Видимо, публикуя такие данные, Москва пытается показать, что вот, смотрите, сколько еще украинцев, которые живут в этих областях, присоединились к России. Однако, если посмотреть на общее число жителей этих областей, а в каждой из них в начале года проживало не менее миллиона человек, то цифра 80 тысяч уже не кажется такой значительной. Издание Forbes опубликовало три вероятных сценария блэкаута в Украине, к которому приведут регулярные обстрелы. Первый такой сценарий – это то, что отключат только левобережье Днепра. Если Россия нанесет удары по подстанциям, которые передают энергию Запада на восток, и по станциям в левобережье, на долгие часы без света останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская и подконтрольные Украине части Харьковской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Частично без света останутся Черкасская и Киевская области вместе с частью самого Киева. Второй сценарий – это то, что без света останется вся страна. Такой исход логичен, если обстрелам подвергнутся все электростанции и подстанции в стране. В этом случае Украину подключат к европейской энергосети, но до этого без света придется просидеть от 12 до 24 часов. И третий, пожалуй, самый жесткий сценарий – это то, что Украина останется без электроэнергии, без света на целую неделю. Такое может произойти, если Россия нанесет серию массированных ударов по открытым устройствам атомных станций и по подстанциям, которые соединяют украинскую энергосистему с европейской. В этом случае, вероятно, полная остановка АЭС, а чтобы запустить их заново, потребуется уйма времени, да и электричество сначала направляют на критические объекты, а потом уже на обычных потребителей. Прежде всего, нужно будет установить линии связи с европейской энергосистемой. А учитывая частоту обстрелов, вероятен любой из этих сценариев. Но представители энергетических компаний успокаивают жителей страны, называя апокалипсис в Украине маловероятным. С 10 октября с начала массированных обстрелов гражданской инфраструктуры украинских городов от российских ракет погибли 77 гражданских. Среди них дети, в том числе новорожденный младенец. 272 человека получили ранения, об этом сообщает ООН. А BBC удалось подтвердить имена погибших мобилизованных россиян на войне в Украине. Из них 67 человек погибли только за прошлую неделю, 290 человек погибли в зоне боевых действий, а еще 35 скончались в России из-за проблем с сердцем вследствие несчастных случаев или отравились алкоголем. Однако число реальных потерь может быть еще выше, так как не всегда понятно, служил ли человек по контракту, был добровольцем или мобилизованным. Также BBC сообщает, что им удалось подтвердить имена более 9000 российских солдат и офицеров, которые погибли в Украине. И все это только подтвержденные данные по открытым источникам, а в реальном списке потерь их может быть на 40-60% больше, чем узнали журналисты. Вообще, журналисты пришли к такому выводу и получили эти данные, изучая обстановку на кладбищах в более чем 60 населенных пунктах России, но еще и мониторят СМИ. Ну и тут кажется, что вторая волна мобилизации уже на подходе. Если вы вдруг думали, что она закончилась, не торопитесь, пожалуйста, с выводами. Российские СМИ опубликовали новости о том, что Путин поручил создать информационный ресурс для актуализации документов воинского учета. И по его указу к концу года, к концу декабря, региональные власти вместе с Министерством обороны и Министерством цифрового развития должны будут оцифровать все базы данных военных комиссариатов и собрать их в единую электронную базу. Потом ее совместят с базой налоговой службы, других министерств.
И согласно указу, это касается и солдат-срочников, и контрактников, и находящихся в запасе, правда, не офицеров. Таким образом, власти надеются исключить неразбериху, которая произошла в первую волну мобилизации. Конечно, с удобными списками будет проще находить людей, их призывать, выбирать из них, а в том числе и закрывать въезд в страну. Если помните, в первую волну именно отсутствие списков для многих было спасительным ключом. Просто получалось уехать из России до того, как в списках пограничников оказывалась ваша фамилия. Да и в целом слухи о новой надвигающейся волне мобилизации в последнее время распространяются очень широко. И вероятнее всего ожидать ее стоит как раз с января по февраль, когда эти списки будут готовы. Так что, пожалуйста, будьте начеку, не ходите в военкомат, не берите повестки и заранее подумайте о своей безопасности. Украинский Forbes со ссылкой на предварительные данные Генштаба ВСУ сообщил, что Россия уже потратила на войну 82 миллиарда долларов. Из них более 28 миллиардов на обеспечение армии, еще с 15 с лишним на зарплаты военнослужащим, и 9,4 миллиарда Россия потратила на компенсации семьям убитых и раненых, и более чем в 20 миллиардов оценивают потери в технике. Да, и деньги на войну потратили, а как-то казну пополнять надо. И, видимо, решили делать это за счет своих же бюджетников. Например, Пенсионный фонд России принудил своих сотрудников переводить часть их зарплаты на поддержку войны в Украине. Причем в документе прописано, что вообще-то это добровольное пожертвование. Но за такое вот добровольное пожертвование необходимо будет недобровольно отчитываться. А деньги будут переводиться в так называемый фонд, Общественный народный фонд для благотворительного проекта «Все для победы». Глава буддийской традиционной Сангхи России Дамба Бадмаевич Аюшеев обратился к Путину с просьбой обеспечить семьи мобилизованных дровами. Да, дошло даже до такого. Мужчины ушли на войну, а зима на дворе, и заготавливать дрова в семьях мобилизованных просто оказалось некому. Я тут со стрима немножко ворвусь с новым списком иностранных агентов. Новыми физлицами иноагентами стали бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, экс-юрист уфимского штаба Навального Федор Телин, ведущая «Дождя» Анна Мангайт, адвокат Илья Новиков, глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова и координатор «Голоса» Виталий Ковин. Кстати, Ковина признали иноагентом во второй раз. До этого Минюст признал его СМИ иноагентом, но исключил из списка в октябре. Также иноагентами стали группа поддержки трансгендерного сообщества «Т-действия», журналистка Любовь Барабашова, фонд «Социальное партнерство» и организация «Город без преград», которая занимается созданием доступной среды в Казани. Вчера по ряду российских СМИ прокатились заголовки типа «Европа обвиняет Байдена, что Штаты наживаются на войне в Украине». И, как ни странно, здесь российские СМИ даже не до конца-то и соврали. Между Штатами и Европой действительно начали обостряться отношения. И мы изучили издание «Политика и Экономист», и давайте вместе разберемся, что там у них происходит и в чем Европа обвиняет США. Мы уже не раз говорили, что из-за войны в Украине европейская экономика сейчас переживает не лучшие времена. Уровень инфляции растет, цены на энергоносители скачут, и многие предприятия и производства вынуждены экономить энергию. По мнению издания «Экономист», следующий год будет весьма и весьма тяжелым для стран Евросоюза. В первую очередь начнутся проблемы с газом. Да, и на эту зиму страны Европы успели заполнить свои хранилища, но удастся ли им это сделать в следующем году, неизвестно. Еще одна проблема – это инвестиции. Из-за высокой инфляции и экономических проблем многие иностранные компании не хотят вкладывать свои деньги в Европу сейчас. К примеру, химическая компания Solvay заявила, что не будет строить в европейских странах новые заводы и лучше найдет другое место для инвестиций. И этим другим местом оказались как раз США. Дело в том, что Байден недавно подписал закон о снижении инфляции, и это такой пакет мер, который затрагивает налоговую сферу, здравоохранение, климата, и в том числе в него входят и большие субсидии на поддержку производства. В общем, хороший закон, который поможет американской экономике и производству. Но если для США это хорошо, то для Европы оказалось плохо. Ведь теперь, если перед компанией поставить выбор Евросоюз или США, то она предпочтет вложить деньги в Штаты. По словам министра торговли Нидерландов, это очень сильно скажется на экономике всей Европы. И как подчеркивают многие европейские политики, основная проблема в том, что Америка принимает решения, основываясь на внутренних проблемах своего государства. И это, конечно, нормальная стратегия. Так действуют все страны.
Но проблема в том, что некоторые решения США негативно сказываются на остальном мире. И это касается не только закона о снижении инфляции, но и цен, например, на газ. Европа, пытаясь найти замену российским ресурсам, начала закупать у Америки сжиженный природный газ. Но вот цена на него, по мнению, например, Макрона, слишком высокая. Американские политики, конечно, защищаются. По их словам, цены зависят не только от США, но и от европейских компаний-импортеров, к примеру, от французской Total Energy. К спорам о ценах на газ добавляются еще и проблемы с вооружением. Америка не только поставляет вооружение в Украину, но и продает оружие странам НАТО, чтобы восполнить их запасы. И при этом не забывает напоминать, что страны Альянса должны вкладывать не менее 2% ВВП в свою армию. Но некоторым европейским странам сейчас не до этого, и они опасаются, что Америка может получить слишком много денег на продаже вооружения. А это, в свою очередь, еще сильнее изменит баланс сил. В общем, конфликт тут больше в недопонимании. Европа злится, что США принимает важные решения, не советуясь с другими странами. А Америка негодует, почему страны Европы не могут взять себя в руки и начать действовать решительнее. Журналисты, экономисты, политика приходят к общему выводу. Лидерам стран нужен диалог. И, скорее всего, заявление европейских политиков о злости на США – это просто призыв к более активной дипломатии и попытка обратить внимание на эту проблему. Страны по-прежнему будут в первую очередь решать собственные проблемы. Европа постарается сохранить промышленность и разобраться с вооружением и газом, а Штаты продолжат развивать свою экономику. Но, как подчеркивают журналисты, диалог и взаимопонимание здесь могут сыграть важную роль. И лидеры Запада это прекрасно понимают. Ведь нельзя допустить, чтобы Союз Европы и США распался. Российские журналисты, уехавшие из страны, продолжают свою нелегкую, но нужную работу. И по мнению журнала «Экономист», их деятельность действительно помогает россиянам. Но есть одна проблема. Страны Европы почему-то не очень поддерживают российские независимые СМИ. Хотя для Евросоюза, даже для него самого, это было бы весьма полезно. Независимые СМИ уже много лет противостоят Путину. Они публикуют разные отчеты, проводят расследования, рассказывают правду. Более того, большая часть аудитории независимых медиа – это молодые, заинтересованные политикой граждане. И они, по мнению издания «Экономист», сыграют важную роль в будущем России. И, казалось бы, прекрасный инструмент по борьбе с дезинформацией. Но вот Европа почему-то пока не очень активно им пользуется. К примеру, многим журналистам и репортерам сейчас трудно въехать в страны Евросоюза из-за визовых ограничений. А некоторые страны, например, страны Балтии, весьма настороженно относятся к приезжающим СМИ. Особенно, если эти медиа критикуют визовый режим или освещают некоторые аспекты внутренней политики стран Европы. И по мнению «Экономист», это не самые разумные действия со стороны Запада. Евросоюз весьма заинтересован в борьбе с российской пропагандой. В течение многих лет значительная часть россиян не проявляла интереса к мировой повестке, да и к собственным новостям. А после начала войны они начали обращать на это внимание, искать надежные и достоверные источники информации. И сейчас, когда в руках Европы оказывается такой хороший информационный инструмент, они просто отбрасывают его в сторону и не используют на полную мощность. По мнению «Экономист», Евросоюзу стоит пересмотреть свое отношение к российским журналистам, не ограничивать их перемещения, помочь им с оформлением документов, да просто дать им возможность работать. Например, одна из главных проблем СМИ – это нехватка финансирования. И происходит это в том числе из-за европейских санкций, отсутствие рекламы на российском Ютубе или проблемы с донатами с российских карт. Знакомые проблемы для нашей редакции в том числе. Конечно, «Экономист» не призывает Европу снять санкции. Но можно, например, подумать над какой-то системой переводов средств для СМИ, которые не будут зависеть от санкций. Или предложить бизнесменам, которые выступают против Путина, финансово поддержать независимые медиа. Журналисты играют важную роль в информационной войне, поэтому Западу непременно стоит их поддерживать, по мнению издания. К тому же, стоить Евросоюзу это будет недорого. Нужно лишь помещение для работы и быстрый Wi-Fi. Тогда информационная война станет намного эффективней. Ну а нас, как вы знаете, вы можете поддержать, оформив небольшое ежемесячное пожертвование здесь, на Ютубе, или на Бусти, если у вас российская карта. Как это сделать, читайте в описании к видео. Мы будем очень благодарны всем, кто нам помогает. Спасибо большое, вы крутые. К
Когда мы говорим о жертвах войны, мы всегда вспоминаем погибших женщин и мужчин, детей, пожилых людей. Но есть и менее очевидные пострадавшие, о которых говорят гораздо реже. И речь о наших братьях меньших, о кошках, собаках и других животных, которые теперь бесхозно бродят по разбомбленным улицам. О них написала интересную статью Washington Post. Понятное дело, что, конечно, человеческие жертвы гораздо более важны и стоит про них больше говорить, но и мимо этой статьи мы пройти не смогли. Большая часть этих животных, про которых написано в статье, домашние. Многие из них лишились хозяев из-за обстрелов. А кто-то просто не смог или не успел взять их с собой. И в итоге тысячи бывших домашних любимцев живут в уничтоженных городах и поселениях. И где-то их даже больше, чем оставшихся в живых людей. Иногда этих животных можно встретить у тел их хозяев, которые они охраняют, несмотря на то, что те уже мертвы. Некоторых питомцев потом удается вернуть владельцам, через социальные сети их найти. Но это скорее исключение, чем правило. И количество бездомных животных только увеличивается, так как им никто не мешает размножаться. Но многие могут просто не пережить эту зиму. Животные есть и на линии фронта. Иногда украинские военные могут взять к себе одну или нескольких собак. Ночью с ними безопаснее, так как они помогают быстро распознать приближающегося врага, если тот вдруг решит подкрасться незаметно. Но еще звери помогают снимать стресс. Их можно гладить, и это успокаивает. Вообще, проблеме бесхозных и бездомных животных, которые потеряли свой дом из-за войны, решения нет. И пока идет эта война, она будет только развиваться, а бездомных животных будет становиться все больше. Спасибо за просмотр. Не забывайте поддерживать видео лайком и комментарием, чтобы новости и наш обзор мировой прессы смогло увидеть как можно больше людей. Спасибо за поддержку и до завтра.